Господи, дай Бог ему сил. Мама, мамочка! Смотрим на амортизаторы. Да вроде все с ними в порядке. Не потекли пока. По стариночке. О, шипит родимый. Я чуть штаны не наложу. Отвались, моя башка. Я реально прыгнул. Все, погнали. Я уже как-то ездил по лесу на этом мопеде. Это видео тоже у меня есть. Это мой первый кросс называется. Надеюсь, оно вам понравилось, и это видео будет не хуже, а даже лучше. Здесь ездит на эндуро, на кроссе. Слушайте, ну я достаточно быстро еду. И мопед себя ведет очень даже хорошо на щеберке. Все, вспомним молодость лихую. Йо-хоу! Вот оно. Так, где-то тут только что мотоциклист был, кто-то шуршал. Ну вот типа сюда куда-то. Ну поехали, ладно, туда. Если что, вернемся, спустимся. Главный поворот направо. Затем поверните направо. Вот, прям по песку шпарю. Ага. Я первый раз по песку, ребятки, еду. Нормально идет. Ну похоже, да. Этот карьер, он огромный. Смотрите, какие просторы его. Ну что, ребятки, вот я и прибыл на карьер, на который хотел поехать. Немного я заблудился, не туда поехал. Ну что, давайте попробуем, на что способен этот мопед и на что способен я. Тряхнем, так сказать, стариной. Вперед! Блин, я камеру потерял, прикиньте, она где-то отвалилась. Буду сейчас искать ее. Ё-моё, если я не найду камеру, это будет писец. Скорее всего, это было вон там. А, вот она. Ух, слава богу, нашел. Что такое? Все отваливается нафиг. Надо, конечно, на шлем все это крепить. Оборудование мое отваливается. Ох, нет, ну прыгать, конечно, я тут не буду. Это убийство и мопеда, и амортизаторов. И меня. Заодно, блин. Ух, ни хрена себе.
Фух, погнали. Опа, да вообще легко, ребят. Вообще легко. Надо развернуться, может быть, у них тут какие-то правила есть, а я тут со своим драндулетом, блин. Вот сейчас попробую в ту горочку заехать. Смотрите, какая гора огромная. Это кажется, что она маленькая, но на самом деле она приличная. Давайте попробуем прям с места. Блин, ну боюсь, с места не заеду. Давайте попробуем. Ох, да нифига себе, еще и запас есть. Вообще легко. Ё-моё. Я просто боюсь, что на встречку кто-нибудь может поехать. А, я уже на второй. Вот на третий. Парят. Не, ребят, что-то прыгать я даже не знаю. Я, конечно, могу где-нибудь попробовать прыгнуть. Вон там машины какие-то стоят. Но, блин, стрёмно. Надо с чего-нибудь маленького сначала начать. Вот люди приезжают просто поглазеть. Детишки там играют. Так, ну я обещал мопед поставить на заднее колесо. Давайте попробуем. Оу! Ну, это, конечно, смешно. Но я думаю, на асфальте-то можно его поставить. Так, ну ладно. Раз вас я взял в путешествие, надо уж вас развлечь как следует. Сейчас что-нибудь придумаю. Нет, стойки вот как-то на нем я снимаюсь, потому что я полусогнувшийся, маленький. Можно, конечно, в стойке на нем. Так, а где бы прыгануть-то мне? Ну, блин, здесь такие трамплины все жесткие. Там жесткие. Здесь это я стопудово убьюсь. Надо что-то попроще найти. Тут прям такие трамплины, блин, огромные. Вот здесь есть, только попробовать вот так сбоку разогнаться чуть-чуть. Типа вот так. Оп, оп. Ну, не знаю, насколько я не прыгнул, конечно. Чуть-чуть это собачье. О, отвесная прям, смотрите, стена. Оп, оп. Прям отвесная стена, небольшая, правда. Попробую сейчас на нее заехать. О, даже без ног заехал. Вообще легко. Ух, ух. Буксанул немножко. Теперь съезжаем. Да легко вообще. Попробуем вот на... Не, это слишком уж, мне кажется. Опа! Да нифига! Вообще легко. Может попробовать прыгануть. Давайте попробуем. Со второй. Ой, не прыгнул я, конечно. Да. Блин, ну на нем можно ехать в какие-то серьезные дела. Вписываться на этом мопеде. Так, ладно, пойдем дальше искать какую-нибудь локацию. Фух.
сейчас вот затихарился тут в тенечке возле трамплина. Фу, ребят, вот что Бог не делает, все к лучшему. Если бы я сюда приехал на час раньше, пока я тут путешествовал, искал этот карьер, я бы тут сдох просто. У меня все здесь мокрое, хоть выжимай. Сейчас я прикрепил камеру по-другому, и вы сейчас увидите еще немного оффроуда на нашем мопеде Джимота X-Cross Pro. Он же у нас Рата, и как его только не называют. Но мопед, я прям влюбился в него. Я теперь как бы, ну не стал, конечно, спецом, но вот как бы хочу сказать, что он, скорее всего, по песку на нем можно ездить, на этой резине. Ну и как видите, горок он всяких не боится. Давайте сейчас попробуем. Ну, Cross X Pro, держись. Кто сказал, что мопед китайский хлам? Да хрен-то с два, отличный мопед, блин. Погнали. Так, сразу на вторую. Фу, с богом. Ой, на вторую, а не на четвертую, ё-моё. Воу, воу. Не, ну её нахрен. Песок очень скользкий, так-то ничего страшного нету, песок пипец скользкий. Оу. Себе надо его подурить можно. Надеюсь, сцепа не кончится у меня. Фу. Запросто можно и подурить. Вот, ребятки, вы спрашивали, как я на нем смотрюсь. Приметр 86. Я уже снимал об этом видео. Оно есть у меня на канале. Смотрите. Вот так вот. Я на нем примерно и смотрюсь. Езжу я практически на этом сиденье. Но иногда, когда задолбаюсь, вот так делаю. И все. Насчет стойки, вот видите, если я вот так выпрямлюсь, ну, в принципе, ехать можно, но так, блин, неудобно мне ехать. Вот, надо тогда руль хотя бы вот, ну, сантиметров на 5 хотя бы, лучше на 10 побольше. Вот, ну и, конечно, он низкий, как бы, если бы его коленками можно было бы обхватить, видите, то было бы классно, но так-то его никак не обхватишь коленями, поэтому... Стойки не очень удобно ездить, но я над этим работаю. Думаю, как все это дело поднять. Посмотрим. Ну, а пока вот так. Сейчас отдохну и мы продолжим. Давайте попробуем здесь съехать. Страшно, конечно, ребята. Главное передний тормоз. Лежать сильно. Но это, конечно, удобно. Надеюсь, еще камера включена. Погнали. Все, ноги. На подножку. Во-во-во, во-во-во. Это получается на переднем тормозе. Да, крутая руль. Ой, руль, ба! Ноги. О, да, 15 минут. Идет. Идет. У меня вторный песок.
Время приходится еще камера была на месте. Так, не знаю, где подключок ходить. Он не ждал. Оп. Вова, пока, все объездом. Ох ты, еще какой-то трамплинчик. Кстати, вот с него-то можно было попробовать прыгнуть. Вот оно, кстати. Небольшой такой трамплинчок. Трамплинчок. Блять, странно. Сейчас пойду разведаю. Даже матерку не поставишь, блядь. Проваливается. Сейчас пойду разведаю, как там. Приземляться будет. Жестко. Жесткий грунт. Ну что, давайте попробуем. Только я не знаю, как, до какой скорости разгоняться. Блин, очкую я, конечно. Я конечно там аккумуляторы. Правда. А деньги, мой Педрос, конечно же, весь в пыли. Теперь у меня. Ну ладно, он чистым-то и не был. Давайте посмотрим, как двигатель себя чувствует. По стариночке. О, шипит родимый. А вот так я его еще никогда не нагревал. Ух, ладно, но зато сдюжил. Господи, дай бог ему сил выдержать такие испытания. Да, мопед у меня боевой. Ладно, обещал я вам прыгнуть. Попробую сдержать свое слово. Не знаю, на сколько у меня хватит. Мужество, я попробую. Ну, я уехал никуда. Так, если я мало возьму разгона, это плохо. Но и много, это тоже плохо. Сразу втыкаю на вторую. Фу, ну погнали. Вова, мама, мамочка. Воу. Фу, это был пипец. Я чуть штаны не наложил. Отвались, моя башка. Я реально прыгнул. И, кстати, он так мягко сработал. Фу, надеюсь, амортизатором не хана. Это был просто пипец. Твою мать. Фу. Блин, у меня аж поджилки трясутся. Я так в молодости не прыгал, блин. Ни на велосипеде, ни на мопеде, ни на мотоцикле, естественно. Фу, трамплинчик-то серьезный, сейчас я вам покажу, смотрите. Ну как серьезный? Для меня, да. Дело-то это непростое, хочу вам сказать. Я уже, блин, употел-то конкретно. Еще солнце шпарит. Ух, тяжело. Красота тут, конечно, обалденная. Ну сейчас что-нибудь еще придумаем. Так что не переключайтесь. Ладно, о чем тут ездит, видите? Но я ничем не хуже. Он не прыгает, ничего. А, и тоже не прыгают. Боятся. Студенты. Смотрим на амортизаторы. Да вроде все с ними в порядке. Не потекли пока. Я даже не знаю, но вон... Они даже, по-моему, до конца-то не дошли, да? Мне кажется, они не дошли до конца даже. Это хорошо. Второй вон тоже нормально. Вон самая нижняя точка, я вижу. Где примерно четвертый виточек снизу. Ага, нормально. Ну, передние я тоже надеюсь, с ними все будет нормально. Фу! Огонь! Вот это да, ребятки. Давайте вам поближе покажу. Вот этот трамплин, чтобы вы понимали. Вот я возле него присяду. Смотрите. Вот он. Ну да, небольшой, но, блин, вы попробуйте. Фу,
Ну, слушайте, даже можно и прыгануть на нем. Кстати, приземлился я очень мягко, просто очень мягко. Ну, потом на видео посмотрю. Фу. Ну, ребят, я думаю, слово я свое сдержал и заслуживаю лайк. Ну, и пишите комментарии обязательно. И подписывайтесь на канал. Я мужик дурной, думаю, еще чуть натворю какой-нибудь дичи. Еще поедем броды с вами преодолевать. Ну и, возможно, на дальняк поедем. Не знаю, ребят, жизнь так складывается. Ничего обещать не буду. Если смогу, сделаю. Дело уже близится к закату. Как видите, солнце садится. Время я даже не посмотрел сколько, но народ все равно еще тусуется тут. Вот вам круговая панорама. Стабилизация у этого телефона, к сожалению, не очень, но сам телефон супер. Еще раз повторюсь, кому интересно, пишите, я расскажу про свой новый телефон, неубиваемый, за 3 рубля и 3 копейки. Про вот этот вот держатель, который просто офигенный. Ну и оставлю ссылочки, соответственно. Так что вот такие вот дела. Сейчас поедем дальше, обратную дорогу тоже сниму. Но, возможно, это будет уже в другой серии. Оп, вид сзади потрясающий, потрясающий вид. Вот это контент под вечерочек. Так что, не переключайтесь. Да, наверное, знаете, что сделаем? Сейчас, скорее всего, я заканчиваю это видео оффроудное, и мы с вами с карьера уже в следующей серии доедем до дома. Ну, кому понравится, тому понравится. Это следующее тоже видео, смотрите. Поедем, сейчас постараюсь найти маршрут и поехать через лес. А я с вами на этом прощаюсь. Опять же, повторюсь, ставим лайки, пишем комментарии обязательно. И подписываемся на канал. Я думаю, что много будет еще интересного. На всякий случай с вами прощаюсь. До следующего видео. Следующее видео будет очень скоро.